Но начнем. В первом испытании вы будете иметь дело с отталкивающим гелем, как его называют мои лаборанты. Между прочим, вы не входите в контрольную группу. Вы получите гель. В прошлый раз испытателю досталась простая синяя краска. Ладно, шутки в сторону, это иногда случается. У него перелом обеих ног. Печально, но очень информативно. Лаборанты говорят, что я не должен упоминать о контрольной группе. И они против заранее записанных сообщений. У меня идея. Запишу-ка я побольше таких сообщений. Здесь я плачу зарплату и буду говорить столько, сколько захочу. Для следующего испытания мы ввели в гель наночастицы. Это означает, что миллиарды мелких штуковин будут путешествовать по вашим сосудам и впрыскивать в опухоли экспериментальные гены и молекулы РНК. Может, пока у вас нет опухолей, не переживайте. Если вы сидели на стуле в вестибюле без свинцовых подштанников, мы об этом позаботились.
Да, на случай, если вы измажетесь отталкивающим гелем. Лаборанты дали мне один совет. Не допускать попадания отталкивающего геля на тело. Нам пока еще не удалось определить этот элемент. Но могу сказать вот что. Он очень живучий, и ему очень не нравится человеческий скелет. Между прочим, эти лабораторные сферы сделаны из асбеста. Он отпугивает крыс. Сообщите нам, если во время тестов вас будут мучить удушье, сухой кашель или остановится сердце. Это не часть эксперимента, это асбест. Отличные новости. Лаборанты сказали, что симптомы отравления асбестом находятся в скрытом состоянии в среднем 44,6 года. Так что если вам за 30, радуйтесь. В худшем случае пропустите несколько партий в бридж, а наука продвинется на 300 лет вперед. Я ввел эти цифры в калькулятор, в ответ он показал счастливую рожицу. Твой стиль, ты устанавливаешь свои правила, прямо как и я. Счетоводы сказали, что я не могу уволить коллегу, но я уволил. Пандусы для колясок слишком дороги.
Еще кое-что. В кофе, который вы недавно пили, мы добавили люминесцентный кальций, чтобы мы могли наблюдать активность нейронов мозга. Существует небольшая вероятность, что ваша лобная доля затвердеет и превратится в стекло. Не нужно об этом думать. Визуализация процесса в условиях стресса может спровоцировать эту реакцию. Если вы входите в контрольную группу Кеплер-7, то в ваш череп вживили крошечный микрочип размером с почтовую открытку. Наверное, вы и забыли о его существовании, но если он начнет вибрировать и пищать, сразу сообщите об этом. Это означает, что скоро он раскалится до 500 градусов, и нужно его срочно вытащить. Подождите минутку. Ну что же, в следующем испытании вам придется столкнуться с путешествиями во времени. Хочу дать совет. Если вы встретите самого себя, не смотрите ему в глаза. Лаборанты сказали мне, что это стирает время. Совсем. И прошлое, и будущее. Сделайте одолжение вам обоим. Не беспокойте его. Если вы это слышите, значит, слишком долго переходите между тестами. Лаборанты говорят, что это из-за страха. Я не психиатр, но кажется, что эти яйцеголовые, не умеющие распознавать опасность, пока она их не укусит за мягкую розовую задницу, проецируют на вас свои страхи. Они не летают в космос, не переплывают океан. Нет, это делаем мы. Мы с тобой против целого мира, сынок. Мне нравится твое упрямство, но побольше проворства не помешает. Давай решим эту задачку. Thank you.
не терпит вопроса «почему?». Главный вопрос «почему бы и нет?». Почему наши исследования так опасны? Почему не заняться чем-нибудь менее опасным? Действительно, почему бы не завести безопасную дверь, которая не ударит вас по заднице по дороге отсюда, потому что вы уволены? Нет-нет, испытуемый, все в порядке. Да, вы собите свои вещи на выход, парковки, машину, прощайте. Поздравляю. Тот факт, что вы стоите здесь и слушаете меня, уже является огромным вкладом в науку. Как глава лаборатории исследования природы порталов, я благодарю вас и надеюсь, что мы сможем на вас рассчитывать в следующем раунде испытаний. Мы не собираемся выпускать второй продукт и хотим отладить все до конца, поэтому если вы сохраните хорошую физическую форму, на стоянке вас всегда будет ждать лимузин. Скажи до свидания, Каролайн. До свидания, Каролайн. Она просто золото. Добро пожаловать, друг. Я Кейв Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы знаете, что в 1968 году мы принимали участие в слушаниях в Сенате по делу об исчезновении астронавтов. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. Черное мезо, чтобы ей пусто было. Сэр,
Испытание? Правильно. А теперь вы, вероятно, спрашиваете себя: Кейт, насколько сложны эти испытания? Что было написано в контракте толщиной с телефонную книгу? Мне грозит опасность? Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Кто хочет заработать $60 наличными? Вы также можете расслабиться и отдохнуть 20 минут в комнате ожидания. Черт возьми, там гораздо удобнее, чем на скамейках в парке, где вы спали, когда мы вас нашли. Добро пожаловать в лабораторию. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие, и это вы. Нет, не могу удержаться от смеха. Так или иначе, не разбейте здесь ничего. И вообще, вам лучше ничего не трогать, пока это не потребуется в ходе эксперимента. Что было, пока я была без сознания? Зона испытаний перед вами. Чем быстрее пройдете, тем быстрее получите $60. Погоди, а кто? Кэролайн, подарочные сертификаты готовы? Так точно, мистер Джонсон. Почему я... Это кто? Да что тут вообще происходит?
Кажется, я их знаю. Отлично. Астронавт, герой войны и олимпиец. С вашей помощью мы изменим... Эй, вы там, слушайте? Эта штука называется лифт, а не туалет. Клянусь, я его знаю. Если хотите получить еще 60 баксов, позовите одного из лаборантов и сообщите ему об этом. Вы можете выйти отсюда со 120 долларами, если дадите разобрать себя на части, вставить несколько штуковин, а затем собрать заново. Будете как новенький.
Если вас заинтересовало мое предложение, у нас еще осталось несколько свободных мест. Повторяю, все, что нужно, позволит нам разобрать вас на части. Мы здесь ни камни не перекладываем. Мы знаем, как собрать человека обратно. Это полное обновление организма, новая жизнь, замена вашего старья. Кроме этого, мы вырежем все опухоли. Честно говоря, это вы должны нам платить.